наступлением солнечной погоды количество машин с тонировкой заметно увеличивается, поэтому сотрудники ГИБДД начинают регулярные рейды. Эта тема напрямую связана с безопасностью на дорогах, ведь уже к сумеркам водитель буквально слепнет. Бывает наглухо тонированная машина, из-за которой просто ничего водитель не видит. То есть никто сбоку, никто сзади находится. Это на самом деле очень опасно, потому что ребенок может неожиданно выскочить, да и взрослый тоже. Водитель просто его не заметит. По закону светопропускаемость передних боковых стекол должна составлять не менее 70%. Конечно, невооруженным глазом измерить их прозрачность невозможно. Сотрудники ГИБДД используют специальный прибор – тоуметр. 4,2 в этой месте. Штраф за тонировку не по ГОСТу сегодня составляет 500 рублей, однако его можно избежать. Водитель может удалить тонировку прямо на месте. Но если по каким-то причинам пленку снять не удастся, придется отвечать по закону. На устранение нарушения дается 10 дней. Если в указанный срок тонировка не снимается, то при повторной проверке водителя ждет уже новый, повышенный штраф или даже арест до 15 суток. Возможно, именно поэтому они идут по пути наименьшего сопротивления. Снимают пленку на месте. Я законопослушный гражданин, с тонировкой ездить нельзя, поэтому я устраняю на месте. На сегодняшний день тонировка стекол полностью не запрещена, но стоит помнить, если пленка не соответствует ГОСТу, то рано или поздно ее придется снять. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.